Шоу. Бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь, и как твою тещу уносит на матрасе в открытое море. А теперь представьте, зять и теща случайно оказались вдвоем в открытом море на одном банане. Саня, вставай. Подъем. Что там, пиво принесли? Я тебе говорю, вставай. Ну что там, лежак освободился или что? Саня, мы на банане. Твою ж тещу. Как я здесь оказался? Я ж спал на пляже. Я решила покататься на банане. Но у этого дурика не было сдачи с 200 гривен. И я решила взять другого дурика, тебя. Спасибо, мама. Что дальше было? Ну, что было дальше? Катер сделал крутой вираж, но банан поехал дальше. Ну, это понятно. Мы несколько километров тащили этот катер. А потом этот придурок оценил риски и перекусил трос. Логично. Я думаю, он наслышан о ваших похождениях в отеле. Саня, что нам делать? Что делать? Снимайте лифчик. Ты что, дурак? А что, мы сейчас с вашего лифчика такой парус заделаем. Глиссером к берегу пойдем. Вот так. Эй! Нас уже отнесло далеко, и с берега не видно. Ой, мама, да вас видно откуда угодно. Вот хорошо, в отеле уже заметили, что нас нет. Ага, я думаю, заметили и уже отмечают. Это чего? А вам напомнить, мама? Да. Кто застрял в трубе в аквапарке? Кто все батуты на пляже порвал? Американские горки, те впервые в обратном направлении поехали. Ой, ты мне еще цунами в бассейне вспомни. То бог с ним. Но зачем? Объясните мне, зачем вы участвовали в конкурсе «Мокрые маечки»? Между прочим, я выиграла. Вы выиграли? А все мужики на пляже протрезвели от вашего выигрыша. Зачем вы поломали молотом все силомеры? Ой, молчи уже, доходяга. Я, между прочим, не доходяга. Силомер один раз показал, что я дрыщ. Во-во-во-во, вот так моя дочь тебя и называет. Кстати, моя доченька, она сейчас вызовет полицию и нас спасут. Да в жизни сюда полиция не приедет. Потому что все приморское отделение прекрасно помнит, как они не могли утихомирить шальную императрицу. А потом, когда утихомирили, им это все равно не помогло. Потому что Приус оказался гораздо меньше, чем будуар императрицы. Ну, и что нам делать? Что делать, что делать? Откуда я знаю, что делать? Вот столько раз я представлял эту ситуацию, но чтобы вот так вас в последний путь выносят на банане. Вот одно радует. Акулы нас точно не съедят. Это чего? Ну, у них же есть инстинкт самосохранения, в отличие от вас. Ой. Мама, есть идея. Ну. Значит так, смотрите. Вы сейчас слазите с банана и прямо в воду. А дальше? Дальше я еще не придумал, но первая часть плана мне очень нравится. Все-таки я так хочу, чтобы нас к берегу прибило. Я надеюсь, что только вас. А меня вот к Турции. Вот это было круто. А прикиньте, нас в Крым прибьет. Я себя уже вижу эти заголовки под вашим фотографией. В Крыму небывалый наплыв туриста. На пляжах Крыма нет свободного места. Встречал удачу апостол Андрея, спаситель этого дела.
Мужик, ты откуда? Я с Сибицы. Вот клянусь, спасемся, точно на Ибицу схожу. Ну, раз уже такая ситуация, хочу вам, мама, признаться. Помните, на вашем крайнем дне рождения, да что там, последнем? Что ты меришь, ты? Повар ошибся и на торте написал: «С днем рождения, ведьма». Ну? Так вот это не повар ошибся. А помнишь, как моя дочь была 100% уверена, что ты изменяешь? Конечно помню, я двое суток на улице ночевал. Так это я ее накрутила. Так. А помните, мама, вам было плохо, а скорая помощь все не ехала и не ехала. А знаете почему? Почему? Потому что я ее не вызывал. А помнишь, как я тебе пару раз по шее грела, что ты двое суток лежал без движения? Ну так напомнила, чтоб ты не расслаблялся. Помню, помню. А зятек у меня, да? Ни рожи, ни кожи, ни денег. Мама, а вы можете это все в воду говорить? Зачем? Просто у вас язык как пропеллер, сейчас как моторка пойдем, вот так вот. Саня, надо плыть туда. Что именно туда? Не туда, не туда, а туда. Саня, только оттуда несет шармой и шашлыками. То есть даже в такой ситуации вы своим привычкам не изменяете. У вас прям как по расписанию. В час обед. Спокойно. Мама, спокойно. А ты хороший человек. Тихо, мамуль, спокойненько. Просто каждый нормальный мужик, который отдыхает с тещей, всегда должен носить с собой ножик. Ну, мамуль, а? Все нормально, закрыл. А, закрыл, чудесно, так. Мама, а что вы делаете? Я мажу тебе спиночку кремом. Потому что я люблю с корочкой. Мама! Не надо! Я не вкусный, мам, честное слово. Мама! Зато и проверим! Дизель шоу.